Холодная ненастная погода плотно обосновалась в нашем регионе. Дожди, заморозки и даже первый снег. И массу других сюрпризов преподносит нам октябрь, который наши предки не зря прозвали «грязник». А вот синоптики называют период с середины октября до середины декабря предзимье и предупреждают водителей о возможной гололедице на дорогах. Стоит ли тверским автомобилистам уже задуматься о смене летних шин на зимние, расскажет наш корреспондент. В минувшие выходные столбики термометров в некоторых районах области опускались до отметки в минус 7-8 градусов. А в пятницу так и вовсе регион накрыл снегопад. Впрочем, как говорят синоптики, ничего в этом аномального и удивительного нет, ведь наступил период предзимья. По словам метеорологов, этот период начинается примерно с середины октября и длится до середины декабря, когда устанавливается настоящая зима. Предзимье характеризуется переменчивой погодой. На смену ливням приходят снегопады, на смену оттепелям приходят морозы. И наоборот. Для наших широт в октябре-ноябре свойственны все эти капризы природы. Так, утром в первый день рабочей недели в некоторых районах поливали дожди. Но надолго ли они? Осадки постепенно прекратятся. В отдельных районах только будут осадки. Естественно, ночью и в виде мокрого снега и дождя могут быть. А завтра днем уже без существенных осадков. Среда, четверг, пятница будем находиться в зоне повышенного давления. Антициклон будет на нас оказывать влияние. То есть погода без осадков и ночные выхолаживания температуры. Ночью есть вероятность минус 3-8 градусов по области. И днем в среднем будет около 3 тепла. А это значит, что дороги могут превратиться в каток. В первую очередь этот неприятный сюрприз касается автомобилистов. Многие водители уже задумываются, а не пора ли переобувать своего железного коня. Специалисты рекомендуют начинать эксплуатацию зимней резины уже при температуре плюс 4, плюс 5 градусов. На это рассчитаны параметры шин. Со своей стороны сотрудники госавтоинспекции напоминают, что езда на летней резине по обледенелому асфальту опасна. А гололед и снегопад могут настигнуть неожиданно, прямо в пути. Поэтому лучше уже сейчас позаботиться о безопасности на дорогах в осенне-зимний период. Там, где дорога еще не промерзла совсем, там еще может сохраняться, скажем так, плюсовая температура дороги. Но вот места, как вот путепроводы, мосты, они промерзают очень быстро, и поэтому в настоящий период времени уже рекомендуем поменять летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Для тех, кто не успеет вовремя сменить летнюю резину на зимнюю, предусмотрены санкции. Закон запрещает эксплуатацию автомобиля на летних шинах с декабря по февраль. За использование летней шины в зимнее время для водителей предусмотрен штраф в размере 500 рублей.